Так, привет, друзья. С вами дядька Диманоид. Не дают мне снять спокойно с первого дубля. Все время какие-то пассажиры вокруг меня ошиваются. Это, видимо, какое-то у меня проклятие. Поэтому буду излагать кратко по делу. Мы сейчас находимся на месте гибели Лермонтова. Вот тут дуэль Лермонтова с Мартыновым произошла в 1841 году. И тут же он погиб, умер, не сходя с этого места. Сегодня мы были в доме-музее Лермонтова. Смотрите, кто будет в Пятигорске, найдете, где этот дом-музей находится. Не берите никаких дорогих экскурсий. Приезжайте сюда к 3 часам, не сюда, а в дом-музей. И там проводят очень подробные, очень интересные экскурсии за 250 рублей с человек. Вот. Всем рекомендую. А теперь, что еще рассказать? Мы второй раз в Пятигорске. Позавчера мы тоже сюда приехали на поезде, электричка стоит 46 рублей, а обратно ехали на такси, сюда мы сегодня приехали на такси из Ессентуков, 330 рублей стоила поездка до Пятигорска. А позавчера мы ездили на Провал. Ничего там интересного нет, кроме фигуры Бендера бронзовой. Потереть нос можно. И сам Провал тоже не впечатлил. Какой-то он водичка мутная. Запах сероводорода. В общем, зайти и выйти. Рядом очень красивый вид с горы. Вот, и еще если от Провала там 50 метров пройти, есть там, где можно минералку попить. Пятигорскую, сернистую такую. 2 рубля стаканчик. Так. Насчет столовых. В Пятигорске очень хорошая столовая у железнодорожного вокзала. На 1000 рублей мы втроем наелись по самое некуда. Очень вкусная говядина паровая, прям нежнейшая была. В общем, всем рекомендую. Выходишь с вокзала, по левой стороне столовая. А до Провала идет автобус номер 1, 19 рублей с человека. Обратно от Провала до вокзала мы ехали за 100 рублей, даже за 94. И водитель еще норовил дать сдачу. Впервые вообще за эту поездку. Чем тоже приятно удивил. Так, сегодня по общепиту я скажу, мы сразу от музея пошли вниз по бульвару. Там есть рюмочная, что-то насчет Просковеи, вина от Просковеи. И вот в этих самых винах недорого практически по цене вот бутылочных цен можно выпить вина или коньяка. 100 грамм коньяка 114 рублей у нас. 2 рюмочки мы выпили. Вот дальше мы пошли шашлыка поесть. Федь, ты чего хочешь? Хочешь, чтоб я тебя снял в ролик?
Я просто монтировать не могу, поэтому вот все, что снимаю, все выложу. Улыбнись, помахай нашим подписчикам. И все, дай мне, а то мысли улетают из головы. Сейчас. Так, Тамара теперь что-то хочет. Так, Тамара, иди скажи. Иди, иди. Нет, а я монтировать не буду, так что раз ты в кадре появилась, уже говори что-нибудь нашим подписчикам. Тебе Пятигорск понравился? Да, да, хороший город. А что тебе больше? Пройдусь. Куда-то все разбежались. Вот. Такие помощники у меня целых два образовалось. Все хотят в лучах моей славы погреться. Вот я говорю, монтировать мне тут негде, и у меня целая проблема снять ролик без каких-нибудь казусов. Постоянно кто-то хочет. Вот сейчас тут целая компания ко мне. Интересно, они придут прямо сюда ко мне брататься. Прям направляются. А мы смотрим, вот сирень. Распускается сиренька. Я остановился на рюмочной. Хорошо там посидели, коньячку под шоколадку выпили. 500 рублей нам там еще мороженое, что-то мы взяли. А, вот. Потом мы усугубили, зашли в шашлычную. Это нам уже вышло дорого. 2500, но... Очень вкусный был бараний шашлык. Не буду даже называть это заведение, но мы обычно в такие дорогие не ходим места. И, в общем, блок я как раз для такого бюджетного туризма снимаю ролики. Так что не буду я рекламировать это место. Так, вчера про Суворовские бани. Расскажу. Это не бани, это термальные источники на самом деле. Там большой бассейн, в котором можно плавать, там джакузи, какие-то души Шарко. И, в общем, час стоит 350 рублей. Что еще сказать? От Ессентуков 380 рублей мы за такси заплатили. Обратно обнаружили, что маршрутка идет за 55 рублей. До Ессентуков. В общем, выбирайте сами, кому что больше нравится. Но на такси можно от дома доехать. Вот, вроде бы на сегодня все. Не знаю, будем ли мы, может быть, еще завтра в Суворовские бани съездим. И в этот вечером мы идем на спектакль Ахеджаковой в Ессентуках. А 5 числа мы уже уезжаем в Кисловодск, и там уже что-нибудь новое постараюсь оттуда выложить. Что сказать вообще про этот курорт? Очень понравилось. Не так все страшно, как я сначала сгустил краски, говорил, что тут совковый сервис. Ну, есть еще такой оттенок небольшой. Но видно, что движение как бы позитивно. Позитивно развивается. Так что, думаю, есть смысл не только на море, но и сюда. А тем более на майские еще на море очень холодно. Так что приезжайте сюда, на Кавказские минеральные воды. Все, ребят, всем спасибо. Подписывайтесь на наш канал. Главное, пишите отзывы. Интересно. Интересно, кому что интересно. Вот. А я буду
выкладывать то, что вас интересует. Постараюсь учитывать ваши пожелания. Все, пока. С вами был дядька Демонет.